Нещасний випадок у Круглому. У каналізаційним колодязі потонув 7-годовий хлопчик. Трагедія відбулася у той момент, коли дорослі були зайняті на огороді. Як висвітлилося, колодязь був саморобний. Господари дома прикривали його дерев'яним щитом, який врешті прогнів. Відать, під час гульні хлопчик устав на щит і провалився. Врятувати малого не поспіли. Таких випадків у нас два роки не було. А ранее было так, что как только год начинается, начинается посевная, обязательно случай происходит с трехлетними, с двухлетними детьми, которые оставлялись без присмотра. Люди, а взрослые были заняты вот сельхозработой. Кто на бабушку оставит, которая отвлечется. За непокойность вырытывальников зараз выкликают и рыбаки, которые берут с собой на рыбалку детей. Сами вудять, а малые часом оказываются каля воды без нагляду. Так у Чечевичах на Чигиринском водосховище на выходных супрацовники освода звернули увагу на трехгодового хлопчика, который гулял каля воды. Батька хлопчика вудил рыбу крыху далей от этого места. Матрос-вырытывальник зарабил мужчине за увагу. Необходимо, чтобы родители в этот период, и те, кто будет выезжать еще на посевную к своим родителям, обязательно были внимательны. То есть не оставляли детей без присмотра. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новин регион.